Всем привет, дорогие друзья! Давно мы не снимали видео, сейчас редко снимаем. Но в целом, сегодня у нас пришла посылочка от интернет-магазина TikiTech. Все ссылочки я оставлю в описании, поэтому проходите, смотрите на весь заказ, на каждую вещь. Постараюсь, если она еще есть в наличии, оставить ссылочки все под видео в описании. Поэтому проходите, смотрите. Ну а сейчас с вами распакуем заказ небольшой. Посмотрим, что же мы там заказали. Вещи мне нравятся в TikiTech по качеству. Ну, давайте вот с первой мелочи и начнем. Это колготки детские. Сейчас откроем, посмотрим. Я уже заказывала там колготки. Мне понравились. Ростовка 140-146. Это я заказывала Надежде на Машу. Сейчас посмотрим, проверим заодно. Да, вот такие вот колготки хорошо подойдут ей вот с таким вот рисуночком. В школу ходить самое то. Померит, потом напишу, постараюсь или в другом видео скажу, как ей подошли они или нет. Но колготки на TikiTech мне очень нравятся. Они очень хорошие и прочные. Дальше здесь у нас джемпер ростовка 146. Заказ у меня делали девчонки, поэтому... Смотрим. Вот такой вот джемпер. Это Маша у меня заказывала себе. Красивый цвет, приятный. Зеленый с надписью «Ростовка 146». Обязательно померяем и покажем вам, как на ней будет смотреться. Но мне нравится. Оно такое, знаете, не тоненькое и плотный материал. И расцветка очень красивая. Машенька обязательно померяет. Дальше у нас что идет? Водолазка светло-голубая, ростовка 140. Это я заказывала в Надежде или Маше, или Оксане кому-то в школу. Мне понравилась расцветка. Я уже брала с TikiTech. Помните, была синяя, по-моему, да, Оксана? Водолазочка, она ее носила. А сейчас вот такую вот заказали водолазку. Но Маша, она точно будет маленькая. Скорее всего, Оксане будет хорошо. Для школы самое то. Расцветка приятная и не сильно маркая. Водолазочка. Тоже обязательно померяем и покажем. Дальше. Еще одна водолазка, тоже такая же, но другого оттенка. Это все был заказ чисто ко школе. Вот такая вот. Будет Оксане... Ну, они, видите, вот смотрите, рисунки на них разные, видите? Видно там, да? Видите, рисуночки разные. Поэтому я решила заказать, пускай будет. Школу постоянно меняют водолазочки. Где-то темненькую оденет, где-то посветлее, где-то как-то. Дальше здесь у нас идет цвет черный топ 44 размера. Это, по-моему, Света заказывала. А, честно, я не одобряю ее на выбор, но ей нравится. Это вот такой вот топ. На одно плечо получается одевается с длинным рукавом. Сейчас это мода такая. Но Света померяет сегодня, я вам фотографию обязательно вставлю. Честно, я, конечно, не одобряю такой выбор, но мода есть мода. Мы по старой моде, а не по новой. Поэтому вот. И заказала я снова гольфы для Марины в садик. Марине очень они нравятся. Она их постоянно носит. Мы уже такие гольфики заказывали. И вот еще заказала ей в садик. Она полюбила носить гольфики. Я ей постоянно гольфы разные покупаю. И вот ей понравилось. И вот опять заказала. Вот такой вот был, ребята, заказ. Если вам понравилось, все ссылочки постараюсь оставить в описании. Поэтому проходите, смотрите, заказывайте. Желаю вам приятных покупок. Всем говорю, пока-пока. Всем привет. Скажи, Маш, привет. Всем привет. Куда мы ходили? В магазин. Не, а поначалу? В школу. Забрали учебники, Маше купили одежду еще кое-какую. Маша дома, да, покажешь? И что мы еще взяли? Цветы. Да. У нас тут 4 букета. Один вот такой вот букетик. Ну, 2 вот таких вот букетика. Один вот такой вот, это для Маши. То, что у нее новый учитель, и один Свете. Получается, у нас Окси, Кате, Свете, Маше. Вот такие вот букетики.
на 1000 рублей вышли. Да, Маш? Так как у Маши новый учитель, будет знакомиться, подарит букетик. Так что вот как-то так. И там купили эту штуку школе. Учебники забрали. Потом все дома покажем. А ты зонтик забрала? Ну все, хорошо. Стоим, ждем автобус и едем домой. Сегодня еще в город поедем. Маш, ты штаны заморала. Об скамейку. Ну ты чудо. Ладно, у нас, кстати, очень холодные дожди сильные. Не то, что в Соликамске. Ну, в Соликамске-то жарко. В Соликамске тепло, хорошо. Собачка лежит. В Перми, наверное, тоже тепло, не знаю. Ну ладно, дорогие друзья, стоим, ждем автобус, везем цветочки домой, ставим вазочку. И потом покажем, что еще будем делать. Так, ребят, приехали, букеты положили. Ну, букеты я вам показывала уже на остановке. Так, что купили? Машеньке я взяла био-йогурт, ей потому что молоко нельзя. Еще плюс булочки взяли и кефиры. Может быть, сегодня еще даже постряпаем вечером. Убирай в холодильник. Так, это зонтик. Дальше, что взяли? Машины физкультуру. Одни кроссовки, она сказала, они узковаты, стали, очень натирают. Взяла вот такие вот кроссовки. Что они? 1200. Угу. Вот такие вот. Ну, вот они. Как вам показать получше? Короче, вот так. Нет, вот так. Вот такие вот кроссовочки. Держи, Маша. Дальше. Ну, Маша себе выбрала тут двое носочков. И Ванюшки с Мариной тоже носочки взяла новые на 1 сентября. Может, что-то оденут. И мы искали Маши брюки. Ходили ей или узкие, или широкие. Но это я уже неоднократно вам говорила. В оконцовке мы нашли брюки. Причем в социальном магазине. В Крепаре в подвале. 1200. Вот такие вот брючки. Вот они, обычные брюки. С ремешочком такие идут. На резиночке. Брючки хорошие. Сзади кармашки, имитация якобы кармашек. Ну, вот такие вот брючки с ремешочком. Ну, вот 1200. Вот даже. Ценник даже вам покажу, чтобы вы мне не писали, что это, наверное, дешевле взяла, а говорит якобы так. У меня тут ребенок сидит. Так, все. Держи, Машенька. Все это твое. Все. Это все покупки, да, это Маша? Ну, вот плюс букеты. Букеты мы пока вот так поставили. Вот покажу. Одна такая розочка. И вот здесь вот кучу розочек. Короче, за букет у меня 1000 рублей вышло. Все, вот такие вот все покупки. Сейчас мы поедем. Надо Кате, по-моему, да, блузку? Тебе кеды потом третью возьму. А, тебе на обувь школу, да? Ну, поедем сейчас. Света волосы подкрашивает, у нее другого цвета. Че ты его? Он лапами встает туда. Понятно. А ну ладно, дорогие друзья, сейчас мы кушаем и едем опять в школу. Остатки докупить надо одежды. Плюс надо еще тетради. У тебя что, ухо аж в краске? Все. Плюс надо еще тетради первую немножечко купить, а потом остальные. Вася, не трогай цветы, пожалуйста, Василиса. Она девочка, она любит цветы. Да, она девочка, она цветы любит. И меня недавно спросили, как у нас поживает Мася. Мася, к сожалению, все, ушла на Радугу, ушла к своим знакомым, кого она собачек знала. Поэтому как перенесли, ну, дети расстроились, конечно. Мася уже была слепая, она глухая была, уже ничего не видела, не слышала. Последние дни она уже плохо ходила, да, Света? Uh-huh. Она уже ничего путем не ела. Возраст все-таки уже дал свое. И все, Мася у нас не стала. Остался Тайсон только. И все. Пока и больше собак... И вот эти вот два лысика. Пока больше мы никого не хотим из животных. Поэтому вот так вот. Ну ладно, дорогие друзья, не будем о грустном, будем только о веселом. Всем желаем хорошего дня.
Так, ребята, ездили в город, покупали одежду. Ничего не снимала, было муторно. Муторно именно с Катей одежду покупать. В целом, что купили? Вот такой вот ремень. Это ремень-резинка. Растягивается для Кати. Дальше. Сейчас буду показывать все по очереди. Света выбрала себе водолазку. Белую под синий сарафан. Фотографию на синий сарафан я вам вставлю. Вот такая вот водолазочка, чисто белая. Тут плохо видно, да? Ну, вот такая вот. Из-за пакета вообще плохо видно. Вот так вот. Извиняюсь, машинку шумит. Здесь она на молнии у нее. Молния легко расстегивается? Ну, вот так вот. Водолазочка теплая, она как бы вязана такая немножко. Ну, потом расстегнется. Вот такая вот белая водолазка для школы. Дальше. Катей ходили, искали ей кофты, кардиганы, много перемерили. Кате все не нравится. Под конец, уже уставшей, Катя решила все-таки вернуться и купить вот этот вот кардиган. Черный обычный кардиган с тремя пуговичками. С тремя пуговичками. Стоит 1400. Вот такой вот. Вязаная вот такая вот вязка. Ну, кардиган хороший. Держи-ка это. Дальше. Это чьи? А, это Катины брюки. 1200, такие же почти, как у Светы. В Свете мы в Соликамске брали, а здесь вот такие вот. Они на этики, я даже не знаю, как показать такие вот. Но они плотные, они растягиваются, клёш. Видите, внизу вот такие. 1200. На. Знаете, держите. Девочки, мне некуда. Потом Катя здесь. Машинка, извиняюсь, шумит. Катя себе нашла Nike. Она сегодня носки искала, взяла две пары. На. Дальше. В пакете это Катина, да? У меня сегодня... Сейчас, подождите, извините. Так, ребята, дальше показываю. Катя со Светой брали себе обувки. Первая брала, конечно, Света. Вот такие вот кроссовки. Это Фоксы. Кто? Фоксы. Фоксы какие-то, короче. Форсы. А, Форсы. Господи, ребята, я, видать, это чукча. Короче, вот такие вот. Мы сходили с Катей по всем магазинам по-разному, но Кате ничего не понравилось. В оконцовке у нас две пары одинаковые, но разные размеры. У Кати 39 и у Светы 39. Маленькие вот, они больше. Они одинаковые, Света, они полностью одинаковые. Да пофигу. Короче, как-то делайте различия, можете шнурки разные сделать. Дальше. Что я вам покажу? Тетради в линейку 20 штук взяла таких. Потом клетка 10 штук взяла. Клетка еще 10 штук тонких. Потом дальше мы брали. Тут разные тетради тоже всякие разные. Сейчас я вам их все постараюсь показать. Для сочинения тетради из справочного материала. 3 штучки такие вот одинаковые взяла. Вот они. Потом дальше. Такие 2 тетрадки на 48 листов. Такие 2 тетрадки. Такую тетрадку одну. Такую. А такие мы даже несколько взяли, получается. Короче, тетради я набрала опять. Это по какому? По литературе. Литература. Алгебра предметная. Химия. Геометрия. 2 тетради предметные. Потом обществознание. 2. Физики. 2. И русский язык. Там была одна предметная. Уноси, Машенька. И что я еще взяла? Взяла я пока на примерку, короче говоря, Марине курточку. У Марины вообще все маленькие курточки стали. И взяла, ну как курточку? Тут костюмом идет. Короче, штаны вот такие вот, комбинезоном. Вот такие вот штаны. И сейчас вам покажу, какая курточка. И вот такая вот курточка. Это уже Мариночки я взяла. Сейчас мы все это померяем. И ребятишек я обязательно сфоткаю. Маша, положите пока, пожалуйста.
все, там уже драка из-за тетради началась. Сейчас мы померяем, все сфоткаем и вам покажем, как будет на ней. Ну вот в целом, вот что сегодня взяли. Костюм этот стоит 1500. На Марину. Потом буду, получу деньги, еще отдам, раздам все долги, какие если есть у нас. То, короче, буду еще покупать остальным. Курточку тоже надо. Маше на курточку брать, у нее нету. У Светы есть курточка. У Оксане, по-моему, есть курточка, да? Ну, там есть. Там посмотрим, переберем еще, посмотрим, кому что еще надо брать. Ну вот знаю, что точно Маше надо брать. Мне точно. И... А у меня это вся эта сгорела. Она уже манчёна, она уже желтая какая-то. Я что... тебе в том году брала. Так, ну, солнце же было, она же это сгоревшая. Ладно, там разберемся. Короче, Киря, вот такие вот покупки были. Сейчас все сфоткаем и вам покажем. Если интересно, оставайтесь с нами.